и добрейшего времени суток, с вами на микрофоне Дог Браун. Если вы сейчас смотрите и думаете, боже, что же это за игра, то перед вами альфа-версия Армы 3. Да, не может быть, конечно, но Богемия Интерактив решила позволить игрокам насладиться всеми багами, глюками и лагами, которые присутствуют в альфа-версии игры. Ну и, собственно, мы сейчас посмотрим одно из заданий. Я не уверен, насколько я его смогу пройти, потому что, в принципе, управление здесь, хотя и вроде бы понятное, но немного непонятное управление мышкой. Потому что вот я дернул мышку, а камера разворачивается немного позже, чем это было, и как бы настроить ничего нельзя, не получается. Собственно, первое, что заметно, это то, что графика стала, ну, значительно лучше и интереснее. Единственное, что для того, чтобы заснять видео фрапсом, да, то мне пришлось немножко понизить настройки, так как фрапс очень режет FPS в арме. Но думаю, это нам не помешает посмотреть, так сказать, первый геймплей, посмотреть игру. Так, ну, судя по всему, нам куда-то туда надо. Так, ныряем, все, погрузились под воду. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, да, что графика стала лучше. И мало того, графика, да, вот вода стала красивая, и подводный мир как бы сделали, да, то есть там какие-то водоросли, что-то тут есть, камни какие-то. Во второй армии такого, конечно же, не было, но не это главное. Ух, акула. А я стрелять могу? Оу. А что, прикольно выглядит? Это прикольно выглядит. И звук классный. Так, перезарядка. А, ну, как всегда, вот что мне в арме лично самому не нравится, это то, что в момент перезарядки игрок не двигается, да, то есть вот если вы перезаряжаете оружие, вы своего рода мишень, которую очень легко подбить, сбить и, ну, и так далее. Причем, что во второй армии была такая ерунда, что вот сейчас можно было наблюдать в третьей. Да, вот то же самое. Я считаю, что это большой недостаток. Так, о, это ж... I see a mine. Мина. Так, ну, судя по всему, нам к ней. Здрасте. А, деактивация. Есть. Деактивировали. Я слышу вертолет. Так, ну, видимо, это патруль. Видимо, тут патруль какой-то. Я так и не совсем понял, что нам надо сделать вообще. Но, видимо, что-то да и надо. Так, сейчас, наверное, по минам будем проходиться. Кстати, что касается карты, ну вот, какая она сейчас есть, да, то, ну, в принципе, такая... Это, конечно, не Чернорусь, когда, как во второй армии. Но, в принципе, тоже размеры не маленькие, да. Вот, то есть, сколько я вот плыву, а это я, получается, только вот отсюда вот доплыл вот сюда. То есть, всего ничего, фактически. Судя по всему, мне надо вот будет сейчас, да, без рам, пробежаться по этим отметкам, обезвредить 3 мины. Что дальше будет, без понятия. Интерфейс, в принципе, остался ну, практически такой же, да, то есть мы выбираем действие, там, вот, да, там сейчас перезагрузить, да, там, либо... Если есть какие-то еще варианты, там, возле трупа, к примеру, стоим, или возле ящика, да, то там обыскать его и так дальше. То есть, в принципе, ничего такого... There's a mine here. Да, чувак, я вижу, что это мина. В общем, ничего такого кардинально не изменилось. Но выглядит все хорошо. Будем надеяться, что к релизу, который состоится в третьем квартале 2013 года, что станет получше, поинтереснее, как бы управление, особенно управление, конечно, станет нормальным, так как если, ну, я думаю, все понимают, что это такое, когда в шутерах мышка не слушается управления, да, или слушается, но с задержкой, это, ну, просто это нереально, неудобно и прочее. Так, мина. Обезвредить. Так, значит, мы обезвредили 3 мины. Что нам дальше делать? Смотрим. А, опять сохранение. О. Сохранение. Какие-то точки. Вот куда сейчас, я не понимаю. Ну да ладно.
Ладно, так и будет, давайте всплывем, что ли. Ага, о, мы вот туда мы поплывем. Ныряй, чувак, ныряй, все. Мы поплывем к катеру. Так, наверное, немножко повыше и... Какой-то звук странный такой пошел, не знаю. Вообще без понятия. Русской версии нету и не будет до момента официального выхода нормальной версии игры, да, то есть учитывайте, что это альфа и ни русификаторов, ничего подобного выходить здесь не будет. Эй, катер, а катер уплыл. Из воды стрелять — это просто, да что это такое, еще они там стреляют, а? Ух ты ж, боже, ничего себе, быстро отсюда, быстро побежали. О, мы в крови уже, в крови, в крови. А, лечимся, лечимся. Подлечились. Так, я не удивлюсь, если нас сейчас буду уже искать. Так, не знаю, что делать. Ну, давайте как-нибудь обходить, как-нибудь что ли прятаться. Боже, а из чего это стреляют? Из чего? Из чего? Из чего и где? Самый главный вопрос, где? Ну, что-то такое впечатление, что там уже поисковый отряд где-то, я его просто в упор не вижу. О боже! Оу! Это что, все с катера? Да... А нет, это не все с катера. Так, минус один. Да, а, давай беги! Беги, чувак. Так, минус один. Трупы обыскивать некогда. Делать это некогда. Мы спалились, спалились жестко. Так, ну вроде бы плотного огня больше такого нету. Что, опять? Опять? Да черт возьми, что ж такое? Быть такого не может, как они с катера шмаляют. Да, это прям... Или это уже не с катера? А, и, судя по всему, мне нечем перевязаться. Но в крови это, кстати, прикольно выглядит. Лечь. Да, эту миссию мы вряд ли пройдем. Мы попытаемся, наверное, перебежать. Мне непонятно, правда, как они меня видят и из чего, и где они вообще по мне как стреляют, но... Черт с ним, у меня уже боец весь в крови, ноги, руки, локти. Все в крови. Как бы там ни было, выглядит все классно.
мышка реально отстает. Так, может нам повезет бинтики бы где-то найти, а? Или там... Или еще что-нибудь. Так, вообще, я вообще без понятия. Что здесь, где здесь может быть? Отметку. Оу! Да вы издеваетесь. Вот кто и из чего этот такой плотный огонь ведется? Проклятие, да что ж такое, а? Патроны кончились! Патроны кончились. Он мимо меня прошел? Он идиот? Короче, искусственный интеллект в армии 3. В армии 3 на грани фантастики. А-а-а. Ну, все-таки инвалида моего убили. Ну да ладно, хотя мне в упор непонятно, каким образом этот кадр вообще прошел мимо меня и не заметил меня, но тем не менее с катера меня обстреливали чуть ли не до середины острова. Этот катер меня видит, а вражеские боты ходят мимо и просто не замечают, пока в них в упор не начать огонь. Ну, собственно, вот это так выглядела одна из миссий Армы 3. Будем надеяться, что все-таки до окончательного релиза игру очень сильно доработают, улучшат, и она будет выглядеть гораздо симпатичнее. Ну а собственно с вами был Дог Браун. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь здесь, здесь интересно. До новых встреч, всего вам наилучшего, пока-пока.